Каждое воскресенье в 11 часов утра в парке «Жемчужина» проходят встречи док-клуба. В этот раз здесь собрались любители ретриверов. Животные поучаствовали в играх и конкурсах, за что получили вкусные призы. А их хозяева обменялись знаниями о породе. Мы очень рады, что такое мероприятие объединяет большое количество любителей собак. И благодаря этому они могут общаться и в дальнейшем обсуждать общие какие-то насущные проблемы. Ранее уже проходили встречи любителей пород бигли, корги. Если у вас тоже есть четвероногий друг, приходите в парк вместе с ним. Анонс пород на неделю можно найти в аккаунтах организаторов.